В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками подразделения экономической безопасности ГУ МВД России по Саратовской области в арендуемом грузовом контейнере, находящемся на территории одной из промышленных зон города Балаково, обнаружена крупная партия немаркированной алкогольной и табачной продукции. Установлено, что указанный товар принадлежит 63-летнему местному жителю. При проведении обысковых мероприятий в грузовой машине подозреваемого, а также в гараже оперативниками обнаружены и изъяты коробки с немаркированным алкоголем и табачной продукцией различных наименований. Мужчина пояснил, что занимался доставкой продуктов питания в розничный магазин одного из районов Саратовской области. Всего в ходе обыска полицейскими обнаружено изъято около 6 тысяч бутылок алкогольной продукции стоимостью около 1,5 миллиона рублей и более 1500 пачек немаркированной табачной продукции стоимостью около 180 тысяч рублей. По данному факту следственным отделом межмуниципального управления МВД России Балаковское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом Б части 6 статьи 171-1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.